Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Партия «Нур Отан» выдвинула своего кандидата на пост президента. Им стал Токаев. Уменьшает ли это шансы Дориги занять кресло главы государства? Власти создали машину по производству пропаганды в особо крупных масштабах. Чем в пользу Акорды теперь будет заниматься международное информационное агентство «Казинформ»? Похоть и разврат чиновников Назарбаева. Что творят акимы и министры, не снимая галстуков? Первый в истории страны общеказахстанский протест избирателей. Как помешать властям легализовать недемократические выборы?